Всем привет, дорогие друзья, с вами Никс, и я рад вас приветствовать на новенькую серию по новой игре The Long Drive, где нам предстоит, если честно, я вообще не читал, в принципе, описание, так, мельком просто прошелся, но там было написано, что это игра выживания, я так понимаю, выживание на машине, что нам надо куда-то будет доехать от точки А до точки Б. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Ну и перед началом видоса я пожелаю вам приятного просмотра, конечно, и приятного аппетита, кто кушает. Хорошо, так, давайте посмотрим, что у нас в меню. Голод, жажда, это понятно, это мир, это все, что связано с миром. Я так понимаю, вот эта машина, на которой мы будем передвигаться. Ну, это, знаете ли, похож... Я сейчас вот боюсь ошибиться, вот. Напишите комментарий, вот на какую марку похоже. Мне кажется, на Volkswagen. Как будто вот старый Volkswagen. Тогда, я думаю, можно и начать. Раз Volkswagen, можно и начать. Так. Опа. Это, знаете... Ой, птички как поют. Ой-ой-ой-ой-ой. Как приятно-то. Так, ладно, у нас тут булка. Я так понимаю... Так, где наша тачка? А, у нас не так, не пола, да? Я так думаю. А, вот, все, открыли. Капец, у него руки такие прям. Давайте осмотрим машину. Так, как си... А, вот, Е, все, все, все. Так, тут радиостанцию. Так, Европа Плюс у нас вот это, да? Угу. Что-то не играет. Видимо, мафон вообще не работает, старенький уже. Так, слушайте, я бы сказал, погружаешься потихоньку в игру. Так, это у нас что? Это у нас канистра, ага, нефть стопроцентная. А мы сможем сейчас уехать куда-нибудь? Ой-ой-ой. Что за местность? Что за местность? У меня, кстати, вот показывают FPS 70. 88. Так, я перемещу камеру, потому что ничего как бы и не показывает. Ну-ка. По-моему, не показывает. А, нет, показывает. У нас булка показывает. Так, отключу я, что показываю FPS. Я просто для себя, как бы, как у меня реагирует вообще компьютер. Так, это у нас... Что? А что? Почему не написано, что именно? Я как бы могу понять, что это вот сосиски, сигары. Я взять одно. Дым. А, классно курим сигару. Офигеть. Юань. Что это? Свисток. Ладно, положим. Так, подними ее, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой. Я вижу свои ноги. Нет. Ладно, жирафик. Жирафик с нами поедет? Я думаю, что... Что его можно в багажник положить, потому что это все-таки, мне кажется, талисман. Так, покрышки обязательно. Так, ну у нас здесь есть покрышка. Хорошо. Так, дальше изучаем. Канистры, кстати, вода, газ. Так, ну-ка, здесь у нас что-то 20, щетка. Так, мы должны отправиться. Это по-любому. Так, у нас здесь подвал даже есть. Ой, какие-то такие страшные звуки, если честно. Страшные прям звуки. Это что у нас? Дизель. 80 литров. Погрузка. Нам... У нас вообще какое топливо? Давайте изучим. Так, какая-то страшная кукла. Весьма впечатляющая. Так. Ой, стой, открой. Какой-то неуправляемый. Так. Ну, это ржавое, это понятно все. Так, бак у нас где? Вот с этой стороны. У нас газ. Газ заправляется. У нас 100% залито. Тогда берем газ. Берем газ. Подожди, я чуть окно разбил. Да. Да блин, хватит бить. Газ положим. Так, дверьку закроем.
Так, вода. Ну, естественно, вода нам нужна будет. Что? Что пошло не так? Капец, и сколько вылилось? Нет, 100%, все нормально. Да возьми ты канистру эту. Так, аккуратненько, аккуратненько, осторожно. Так, дизель нам не нужен. Так, сейчас откроем дверьку и посмотрим. Это что у нас? Чайник. Это что такое вообще? Балка какая-то. Я так понимаю, спидометр. Так, жирафика. Жирафика на заднее сиденье, я думаю, можно положить. Возьми, пожалуйста, пожалуйста, жирафика. Отлично. Отлично. Все, сейчас скоро отправимся в путь. О, как я забыл. Елочку-то надо повесить. Так, подожди, сейчас положим пока ее сюда. Елочку надо в салон, конечно, для запаха, чтобы пахло. Пахло вкусно. Так. Вот сюда, вот под ноги. Так, это что у нас? Ага, свет. Это что у нас? Газ? Это я не понимаю, что это. Так, дальше. Телек мы не будем с собой брать. Так, съесть. Это тоже надо съесть. Дальше не понимаю. Так, это что? Кстати, вот. Радиоприемник, так сказать. Вот. Он работает? В этой глуши, походу, не работает радио. Ага, это что? Что это? Шкатулка какая-то. Здесь что-то валяется. Тихо-тихо, не трать, не трать, не трать, не трать. Так, ну я думаю, можно все, короче. Давайте заведем эту малышку. Заведем и прокатимся на ней. Ох, как подвесочка играет. Ох, как подвесочка играет. Так, гантели, я думаю, нам не нужны. Так, ну все. Закрываем за собой дверь. Так. А где она заводится? Это свет. Окей, это свет. Понять бы сейчас, где она заводится. О, не надо демонтировать. Как это убрать? А, о. О, малышка завелась. Так, стоп, 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 стоп. Ой, как же громко работает. На газона еще. Кто это? Что за звуки? Пока знаете, с трудом мне что-то понимается. А, на ручнике, наверное, стоит. Так, сейчас. О, тихо. Поехали. Выгнали нашу малышку. И куда нам нужно ехать? Здесь дорога заканчивается. Хорошо. Попробуем в другую сторону. Какие-то зайчики тут бегают. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот начинаем делать просто. Вот так, туда-сюда, из стороны в сторону просто. На изи чах просто делаем. Крутизну. Вот так, всяко разно. Только я не понимаю, куда нам нужно ехать, это во-первых. И
Но вообще без понятия, куда нам нужно ехать. Забыл фары включить. Так, вода еще нужна заливаться, что ли? Ой-ой-ой, не вписался в поворот. Ой-ой-ой. Подожди, а тут марш-карта есть какая-то? Засыпание? То есть я в машине могу уснуть. Стой, стой, стой. Как ее заглушить? Так, подождите. Ой, звонок. Все, отлично, заглушили. У нас колесо, короче. Да что ж ты все хочешь разобрать-то, а? У нас колесо отвалилось. Да, конечно, тут нихера не видно. Вообще нихера не видно. Она все ржавая. Ой-ой-ой. Так. Масло у нас нефть, тут все хорошо. Я понял, короче. О, вставил. Ой-ой-ой. Надо хлопнуть. Что-то не закрывается, а? Все, нам надо обратно ехать. Смотрите, как красиво. Так, обратно надо ехать. Срочно. Заводи шарманку. Так, у нас датчик аккумулятора горит. Надо разворачиваться и ехать, короче, домой. Ой. С дальним светом, кстати, поприятнее едется. Куда поприятнее. Поэтому, я думаю, сейчас нас ничто как бы не произойдет такое, что мы не сможем до дома добраться. А мы дом-то еще не закрыли. Так. Так. Где наш дом? Я далеко, что ли, так уехал? Да. А как выживать? Подскажите, пожалуйста, как выживать тут? Ё-ё-ё, чуть и колесо, опять без колеса я остался. Ой-ой-ой. Какие-то зайчики огромные, кстати. Ой, так, коробки лишь бы не сбить. А что-то в коробках, может, подарки? Новый год. Так, сейчас встанем задом. Так, глушим мотор. Все. Ой-ой, ты что, с ума сошел? Так, фара, выключи фара, плиз. Что это? Вы слышали? Это кто здесь? Кто-то орал. Вы слышали? Может, здесь есть и плохие персонажи, как бы не обосраться с этой игры сразу же. Это что вообще? Что за дом? А, это не дом. Слушайте, на самом деле так-то немножко сыкотно. Если честно. Смотрите, какой-то кровавый вообще. А почему кров... А почему... Что происходит? Что происходит?
Так, стоямба, подождите, я куда уехал вообще? Я шо в аду? Где, что это? Это что это такое вообще? А что такое горит? Это объекты такие? Стоп, 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 стоп. Это рассвет. Окей. Это вот... Что? Что с небом? Оно зеленое какое-то. Так, подожди, это дом. Это дом какой-то. Это не наш дом. А это наш дом? Что это? Ой, забагалась. Смотрите, что я нашел. Это Хэллоуин. Вы не можете спать, ну окей. Такое ощущение, как будто кто-то балуется светом. Может, что-то здесь? Что это? Что это за звуки? Так, подожди, может мы позвонить кому-то сможем разобраться, в чем дело? Нет, будка просто для красоты. Так, а сзади-то я не осматривался. Что... Так, толчок это понятно. Так, давай-ка сюда перейдем. Ага, здесь хавка. А че я пройти не могу? А я пройти... Можно я пройду? Ну, пожалуйста, можно я пройду как-нибудь туда? Нельзя. А то а бочком тоже нельзя. Так. Так, так, так. Угу, не может, да? Ой, какая-то странная игра, я вам честно скажу. Я не понимаю, что нужно сделать здесь. Вообще. Вообще ни хера не понимаю. Что здесь нужно сделать? Включить. И чё? Окей, и... Что это? Я не понимаю. Я почему застрял-то опять? О, всё. Отстал уже. Так, я думаю, вот это колесо нужно поменять. А, может, надо сначала поменять колесо, типа. А, ну отлично, так на воздухе-то висит, да? Так, окей. Нам нужен вот этот диск. Он более-менее хороший. Так, и вот так вот сделать. И все. Вот, отлично. Господи. А что... Что? Зачем? Так, ну здесь у нас... Подождите. Ё-моё!
Блядь. Гигантский кролик меня убил. Бакса Баи, блин. Мешая ментосколой, да, блин. Ё, реально, я обосрался, реально. Фу, я думал, кто это, кенгуру, ебать, нет, это кролик. Ой, друзья, ебать, я обосрался просто. Самый прикол, что это кролик был. Кролик. Ёпарасоте. Ой, друзья, на этом, наверное, мы закончим. Это уже как-то я не знал просто, ну... Я не знаю, а что делать против... Что делать против этих кроликов здоровенных? А я думаю, они, ну, миленькие там, бегают просто. Они могут убить нахрен, просто убить и все. Вот это прикол. Вот этого я, конечно, не ожидал от этой игры. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился видос с этим более, с этим кроликом. Обязательно ставьте лукасы, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик и обязательно комментируйте. Всем удачи, всем пока-пока.